Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Достучаться до небес. Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизни идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы. Они становятся грабителями по неволе. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперед, навстречу своей судьбе. Соперцы. Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть себе груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал город грехов. 1+1 2011 года. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Виноваты звезды 2014 года. Хейзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Огастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Огастус и Хейзел отправляются в полное страсти жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Запах женщины 1992 года. Наступил День Благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слейд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний коронный выход по высшему разряду. Изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты. Есть лишь две проблемки. Первая – Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая – волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симс. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слейду, так это зеленый юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда. Проклятие моей матери. Эндрю изобрел инновационный продукт и отправляется в поездку по стране, чтобы его представить. Как хороший сын, он зовет чрезмерно заботливую маму Джослин с тобой. Цель Эндрю – дать ей возможность развеяться или даже встретить подходящего мужчину. Джослин давно овдовела и даже не думает о новом браке. Зато она души не чает в единственном отпрыске, поэтому соглашается на совместное путешествие. Петля времени. В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Перри Джексон и море чудовищ. Лето, одноклассники, любовь 2011 года. Лола или Лол, как ее зовут друзья, живет в пригороде Чикаго, как и все, прогуливает занятия, чатится с подругами, устраивает вечеринки и мечтает о настоящей любви. Поездка в Париж – это шанс для Лолы и ее одноклассников оторваться по полной. Безудержный шопинг, бесконтрольные ночные вылазки и первое романтическое свидание – все это оказывается под угрозой. Ведь мать Лолы, мягко говоря, не обрадована результатами ее экзаменов. Хранитель снов 2012 года. Когда злой дух-кромешник посягает на самое дорогое – детские мечты, северянин, ледяной Джек, кролик, зубная фея и песочный человек впервые объединяются, чтобы создать команду хранителей снов. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить
и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!